Преемственность поколений – ключ к достойному воспитанию нации. Учитывая этот постулат, областной филиал партии «Нур Отана» ведет тесную работу с ветеранами войны и тружениками тыла. Очередная встреча партийцев с прославленным поколением героев труда и Великой Отечественной войны была посвящена Дню пожилых людей. Участники форума не ограничились формальными поздравлениями, а обсудили насущные проблемы общества. Воспитание патриотизма в подрастающем поколении, уважение к национальным традициям и культуре, вопросы соцподдержки, представителей старшего поколения. В целом, в Алматинской области сегодня насчитывается 193 тысячи пенсионеров и ветеранов войны и труда. 20 тысяч из них проживают в Талдыкургане. Мы, конечно, прожившие почти свой век, люди рады, довольны тому, что традиционно из поколения в поколение передается в Казахстане то, что заложено в крови наших предков, дружба, взаимопонимание и уважение старшего поколения.